385 миллионов рублей из федерального бюджета и 1,5 миллиарда рублей из окружного предусмотрены на реализацию регионального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в текущем году и плановом периоде. Об этом на встрече с журналистами окружных СМИ рассказал вице-губернатор Александр Лидер. О том, на каких участках автомобильных дорог реконструкция начнется уже в этом году, расскажем в нашем следующем сюжете. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги НАО» разработан в соответствии с двумя федеральными проектами – «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В рамках реализации первого в округе предусмотрено финансирование на следующие работы. Реконструкция автомобильной дороги Наринмар-поселок Искателей и автодороги Наринмар-Красная протяженностью 1,5 километра. Реконструкция улицы Ленина от улицы 60 лет СССР до улицы Рыбников. Ремонт участка автодороги по улице Губкина. Реконструкция автомобильной дороги по улице Дружбы. Строительство дороги по улице Яралова между проездом Песчаной и улицей Дружбы. Кроме того, продолжится строительство автомобильной дороги Наринмар-Усинск. По ряду объектов подрядчики уже определены. Планируется, что к работам они приступят с 15 июня. У нас Наринмар Красная, значит, там выиграл подрядчик СМК «Строй». Значит, работы начнутся с 15.06. Значит, у нас улица Дружбы, там тоже работа начинается с 15.06. Почему все работы примерно начинаются в один период? Да? Потому что мы подгоняли ее под начало навигации. В этом году начнется и реконструкция улицы Авиаторов, одной из главных дорожных артерий, связывающих старый аэропорт с центральной частью города. Реконструкция улицы Авиаторов, уже денежные средства, как я и говорил, выделены городу, соглашение заключено. Сейчас начнется размещение конкурса. Значит, это будет первый этап ремонта улицы. Это 740 метров от улицы Российской до дома 12 по улице Авиаторов. Значит, планируется в рамках работы реконструкция проезжей части, наружное освещение, обустройство тротуаров, установка автобусных павильонов и автостоянки. Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автодороги» предусматривает также замену камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Эти работы планируется выполнить на участке дорог по улице Авиаторов, Первомайская, 60 лет Октября, Юбилейная и Рабочая, а также на автомобильной дороге Наринмар-Красная. В целом на реконструкцию и строительство автомобильных дорог в текущем году и плановом периоде до 2021 года в окружном бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Еще 385 миллионов рублей выделила федерация. По словам вице-губернатора, власти округа намерены добиться увеличения финансирования из федерального бюджета. Федерация считает, что на проект БКД, на приведение дорог в нормативное состояние требуется в районе 12 миллионов, 12 с копейками миллионов на километр. Ну, с учетом дефлятора. Значит, мы как бы не пытались уменьшить, да, с учетом той логистики, которая у нас сегодня есть, отсутствием дороги, коротким периодом ремонта и короткой, ну, то есть, условно говоря, короткой навигации, да, у нас получается не меньше 60 миллионов. Поэтому такие серьезные цифры выделяются из бюджета. Естественно, мы пытаемся активно и благодаря Александру Витальевичу выбить дополнительные денежные средства. Вот, ну, скажем, например, сегодня нам уже выделили 200 миллионов из бюджета Федерации на Наринмар-Усинск. Уже эти работы выполнены, деньги уже оплачены. И ждем, вот, что нам в июне еще дадут дополнительных денег. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».